Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и, скорее всего, являетесь стратегическим жевжиком. А на экране у вас продолжение партии за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 в партии на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Давай. О, а чё это я так... Сразу плюс 3. Центр коммерции. О, кайф. Ну, тут я уже выйду в золотой век, значит. Зашибись. А, ну а с тобой только религиозный либо военный. Давай религиозный. Ну это ты с кем-то, и тебе надо экономически с кем-то. А у меня экономически с дедом. Закончить-то. Я думаю, что у нас экономически покруче будет. Кстати, Алексей Халецкий. Ты слышал о таком игроке? Хочешь заключить или ты. Или культурный? Или тебе экономически только нужен? Культурная помощь нет. Я деду говорю. Какой угодно. Спасибо. Леш, может тогда заключим пока религиозный, а когда с ним закончится, я продлевать не буду и с тобой поменяю. Давай, давай. Сначала дружбу. Кинул предложение. А с чем подвох? Ну, я табаком с кем-то торгую, так что... А, ну... Ответочка тебе, просто союз. Ага. Так, надо бы поднакупать немножко... Так, ну все-таки, наверное, следующим ходом я поставлю карточку. Еще один у меня ход будет, да? Поставлю карточку плюс 2 действия. Просто надо в разных городах купить рабочих. Будет. И я только деда не встретил. Так, а у меня производство на сахар, вино здесь, да, и мед. Блин, а где мне еще посмотреть, какие у меня ресы? Наверное, вот так в торговле. А еще благовоние. Но благовоние пока одно я только вижу. И вот тут, да, можно будет. Но благовоние дает веру. Это я помню. Одно очко осталось. Эти, может, какого-нибудь великого человека? Не, не хватает. А, вон хватает на художника, между прочим. Кто-то сейчас выкупил ученого, что за ученый был? Ну, такой. Или смотрите, или генерала. Блин, с другой стороны. Я сейчас не смогу рабочих тогда купить. Может, просто квадрирему за деньги? Все. Ну, это очки за то, что я вот сейчас поставлю карточку на рабочих. У меня гипс. Ой, не гипс, а этот. Мрамор. Читай предложение.
Не, давайте теократию откроем. Ну вот сейчас, наверное, реформа денежного обращения давайте. Поплыли там Англию, увидим. Национализм кто-нибудь открыл? Да, открыл. Не будем показывать пальцы. Пальцем показывать некультурно. Если это, конечно, не двумя пальцами. А тенью подвинь свою коляску около Рио. Еще. Меркантилизм бы еще. Так, потом так. Ну, лесопилки на этих, на тропических лесах. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Блин, мог поменять карточку на соседство священных мест. Есть художник, правда, вообще без театралки. Но мне, наверное, театралки вот тут надо будет ставить. О! А вот и последний... Пани Ядвига. Приветствую.
Значит, точно где-то сирийцы лазают. Да, блин, что мне за... Вот этот хреновый у нас парень. Ладно, давайте... Или там в любом городе вообще он работает. А, в любом тогда все. Тут. А, блин, надо было... Что надо? А, тут, чтобы уменьшить влияние эфиопской религии. Подожди, а священочка есть на плюс 3. Да я бы здесь, наверное. Ну, я, наверное, даже прям на болото бахну. А, стоп, тут есть уже кампус. Ну, тогда священочку сюда. Это у меня компьютер, когда я вылетал, оказывается, сюда отправил рабочего. Зачем-то. Так, ну я наконец-то с варварами закончил. Слава богу. Так, бонус соседства священных мест, промышленной зоны. Наверное, вассалов возьмем. Ну и республиканское или... Не, республиканское Привет. Наследие. Блин, а как тут расти вообще мне? Даже водяная мельница построена.
Да, тут есть соседство, но не хочется камень убирать, честно говоря. Или придется, все-таки сюда лучше. Ладно, придется. А где ты там? Ну, ты рядышком совсем. Вправо уходи просто и все. Хорошо. Так, бразил-немец, мы встретимся дальше или что? Да. Да. Может, другой союз. Ну, ты не хочешь от союза, да? А, блин, мне комп... Да... Вот мне компьютер, когда вылетал, взял вот эту фигню. Черт. Вместо аквакультуры. Лёш, посмотри сделку. Жирненько. Только сейчас на двоих попа слипнется, у обоих. Ну, походу, да. Так, 16 жителей мне тут надо. Давайте амбар. На, вырублю. На амбар, пофигу. Хай быстрее растет. Ремонтируем храм. Так, в Ресифе. Ну, выглядит так, что вот сюда надо театралку. Надо... Фига там этот разведчик прибежал. Строителя. Китайский диверсант.
Слышь, дед, ты что такой слабый? Ты хочешь, чтобы я лучше привел? Приводи больше. Смотри, пожалеешь потом. Нормально китайцы, извержение, конечно. Да, капец. Сначала еще по другой реке, оказывается, по которой не стоит бассейн, еще затопило, убило население, сейчас вулкан. Вообще, получается, меч затопила же, не? Опа, метлу снесли. Сама природа. Не, ну я ни Ватикан, ни Канди не хочу сносить. Слушайте, что у нас по чудесам? Я вообще все нашел? Не, ну я только нашел два, по-моему. Это пять, не обращай внимания, это пять клеток имеется в виду, да. Народ, кто скажет, где чудеса природы? Какие? А, у меня надо мной есть. Мертвое море. Где? Сейчас дам метку. Вот тут море, мертвое море. Спасибо. Какая-то Венгрия островная. Зед, что будем с лагерем делать? Ты и я. Как? Я его подождал вообще. Чтобы грозом стал? Горишка. Я тут сюда селиться хочу так-то. Не, он тут не нужен. А может быть там хорошая горишка будет? Ну, а мне бы кампусы ставить получше, чем у меня есть. А тут нету. Снизу под кампус. Ну, можно подождать и потом захватить. Только если так, надо тебе вышку сложнее бы и захватывать. Тоже верно. Блин, вот как бы Данец отвалился. Нормально. Я хочу посмотреть, сколько эта способность Аляна работает. Ну, у меня в Портсмере нету никаких этих шедевров, они сверху находятся. Так что не будет у меня работать. Да нет, тут только у него город отвалится, он сейчас твоим станет хочет. А, да, так, ну, я могу. Ну пусть он отваливается. Ну хотя там губернатор пускай. Ну, наверное, на меде я сделаю корпорацию, потому что мне нравится, он там добавляет еду и прочее. Я по распределению, правда, у меня пока нету ни бирж, у меня пока нету смысла. Я поставлю, оно добавит производство здесь, на этом месте, но пока некуда пихать. Еще пошел религии. Так, у меня монополия. Разносить. Ну, значит, сносить тебя будет. Аллах Акбар. Не, там шалом алейхам. Ну, Аллах это... Акбар выяснил бар, снял раввин и перекрестился. Знаете что, давайте я сделаю апостола здесь, попробую. Че, ломать туда? Мешать. Где-то. Так, подожди, а ты же с ним союз вроде заключил недавно. Угу. Так что пока нечего волноваться.
Ну, через 20 ходов, что, есть волноваться, но... Так, тут один ход ждем. Сейчас умрет. Да? Нью Дон мед. Можем на территории немцев попасть. Давайте сладкая попка назовем. Можно. А ты переживаешь, что я религию разношу? Немец, я как раз защищаю тебя от его религии. Слушайте, а может мне укрепить свою лучше? Чё у меня там? Там еще какой-то этот... Не знаю. Что вообще осталось на религию? Нельзя посмотреть, правда. Да, давайте учетные банки поставим. Так, и тут откладываем. Откладываем. Я не знаю, что париться, типа, сколько? 4. Две техи у нас разница со вторым местом. Мы почти поверили. То, что 223 науки, да, 97. Все, это не можно так работать. Тебе объяснить? Я почему-то вспомнился, это ты, Дос. Так, мне надо все мои теперь тропические леса лесопилками обрабатывать. Тут по великим людям. Так, в Рио следующим ходом опять тоже театралка, возможно. Нет, ты так не что... мог бы уйти своей армией черной, а из-под Тернаты. Расист, расист. Спасибо. Блин, тут, конечно, затапливаться будет. Но это не скоро, поэтому пока. Гавань. Блин, что у меня тут не происходит за распространение религии? Присоединяйся к их баталии. Нет, мне тут какую-то корову принесли, блин. Сейчас айдаизм принесут, это хуже. Мяш, это только с точки зрения хирургического вмешательства, да, хуже. Дед, хорош. Ну смотри, ты можешь купить тоже. Чё тут осталось? Да. Управляете, ну это на города-государства, нафиг надо. Где ну, короче, либо это надо брать. Давайте, я на как самом деле, на веру и культуру. Через 8 ходов объявить тебе войну. Всего лишь плюс 4 добавило. Хочешь ждать? А ты хочешь войну? Я хочу баталии религиозные. Хочу битву. Так, тут откладываем.
Да, блин, опять купил я. Опять предложение. Ох. Блин, наверное, все-таки я, наверное, сюда акведук и сюда промышленную зону. Можно меня убить, пожалуйста? Я но против немца... его убийства. Я бы хотел, меня чтобы он сидел и мучился. У Бразила тоже ноль угла, угля. Ну, вообще-то у меня есть уголь, здрасте. Есть? Да. Ну, значит, я его просто не вижу. Весело, у меня ноль угля. Ну, не удивительно с пятью городами, или сколько там их у тебя? Как бы тебе сказать, единственный уголь, который был, он на границе с Эфиопом, все. Больше его ни в одном радиусе нет. Он один-единственный на сколько тут. Я тебе его продавать буду. Хочешь? Чё за... Какие расценки? Сначала открою его. Открыл. Я открыл. Да. Настя. Если у тебя его нет. Посмотрим.
Опять откладываем здесь на промышленную зону. Так, ну походу сюда надо удаляем для акведука. Но я тут начну, наверное, святилище строить. Пока. О, вон еще уголь. Кайф. Так, тут откладываем, да. Давайте вообще города проверим и уголь еще поищем. Еще уголь. Так, немец говорит, нет у меня угля, у меня три. Так, говорит. Немец, конечно, прикольно смотрит карту, говорит, нету у меня угля. Я смотрю, у меня три ресурса угля. Не открыт у меня, понимаешь? Я же сказал, ну ты ж так прям, знаешь, уверенно, нету у бразильца угля. Ну, из того, что я открыл территорию, на территории. Ну, кстати, карте, зато нету угля у угля. Эфиопа. Из того, что я открыл. Это прикольно. А вот, кстати, у кого нет угля, так это у эфиопа. Вот именно, у него один единственный уголь. На огромной территории. Ждите войну. Не знаю, у меня-то угля не будет. Вот, если он идет сюда его искать, то туда он пришел. Кстати, подождите. Фига, там проект. А я же могу оттяпать территорию. Подождите. А давайте-ка мы промышленную вот здесь поставим. А потом будем изображать, что... Ой, я забыл, что у меня... Точно, точно. Все, не здесь хочу, вот здесь. А тень, апостол куда идет? К деду. Все? Да не здесь беспокоиться, понимаешь? Атинью, двинь этого археолога. Все. Вообще, мне не нравится, что он у меня копается. Я могу как-то это открыть? Не могу. Всем помогу. И один у эфиопа. Ровно то самое количество, которое я и хотел. А у эфиопа вообще какие войска-то? Кто-нибудь видел? Танки. Бомбардировщик. Дубинка. Армия арбалетчиков и два корпуса Ромы. Это все, что я вижу. Ты имеешь в виду по культуре в индустриализацию вышел? Ну, в технологии индустриализации. Ну, в технологии индустриализации там 6 человек уже вообще-то. Ну, он и в Кирасира зашел, это да. Не, он в новом времени по науке. Ой, по этой культуре.
Так, сколько у нас еще? 9 ходов. Видимо, я все-таки в нормальный век, да? Театралочка на плюс 6. Давайте сначала ее, а потом угольную. Блин, как-то невыгодно этих апостолов покупать, одни бракованные. Да. True story. Че, может купить игрушку? Броненосец мгновенно, так себе. 2200. Вот я следующим ходом могу вот этого парня купить. Мне кажется, имеет смысл. Тем более, что Эфиоп на него читает. Ну и плюс я тут должен кругосветку, по идее, сделать. Опа. Есть. Так, а у меня что тут еще куда-то бежал? Профильно. Армия-то недалеко. Немец, предложение. Мы, Лёш, через 7 ходов будем заключать экономический союз? Да. Ага, дед оставишь подменить за свой какой-нибудь? Чего? Я дедом, с дедом, с дедом. Да, конечно. Что хочешь? А, и, если, дети. Солнышко, сможешь научный, я тебя благодарю. Ой, зайка какая. Я бы вообще, наверное, поменял местами. Давайте, знаете что, Пингалу в Ресифе. Магнуса в столицу. Мокшу в Куритибу. Форталезу. Не знаю, стоит ли мне вообще кого-то форталезу, потому что она не растет нифига. Поэтому, наверное, Рейну в Гуарульюс. Кампуса вообще никакого не видать. Первая в мире. Ха, я первая в мире кругосветку сделал. Возможно. Я не видел двоих, например, до сих пор еще. Зачем? А
А у нас вообще проход есть сквозной? Потому что снизу да, нет? Да, через это, через... Вверх? Данэджи. Эдгар, зачем тебе вирус один? Не, через... Не знаю, на 5-й юнитов попросил. Настолько отвратный проход. Может, не надо? Индонезия, какой ужасный этот темпломайор поставил. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение этой партии могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живее Украина и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.